Традиционно в индийских фильмах в основе сюжета лежат темы любви, песен и танцев. В новой будущей картине, которую снимают мастера Болливуда, такая же тематика. Съемку ведут в живописных местах вблизи столицы в Койташе. Передать образ моей героини действительно было очень сложно. Моя героиня – мать, у которой погибли дети. А если говорить о Кыргызстане, то ваша страна мне очень понравилась. Вижу гостеприимство местных жителей. Меня удивило то, что вся еда приготовлена с мясом. Среди нас есть, кто вообще не употребляет мясо. Кыргызстанцы сразу решили этот вопрос. В фильме рассказывается о террористическом акте, который произошел в США 11 сентября. Я играю роль сикх-мусульманина, проживающего в США. До этого я приезжал в Кыргызстан и был покорен природой страны. И уехал с мыслью, что необходимо снять фильм здесь. Предложил и меня поддержали. Теперь для съемок фильма буду предлагать Кыргызстан и другим кинокомпаниям. Мы приступили к съемкам в Кыргызстане 28 июня и завершим 15 июля. Картину покажем на крупном фестивале и покажем красоты Кыргызстана. Здесь я себя чувствую не как на работе, а как на отдыхе. Работа съемочной группы заинтересовала отдыхающих Койташи. И, конечно же, вот эти приятные воспоминания из того Советского Союза, индийские фильмы прям радуют. Мы тут окунулись в молодость. Содержание фильма, конечно, нам неизвестно, но тем не менее, это очень большой хороший признак между кыргызским народом и индийским народами. Индийские кинематографисты намерены завершить работу над картиной в короткие сроки и презентовать ее на международных кинофестивалях. Усен Кульбаев, Эсентур Абикеев, Алатау 24.